гением Романа Григорьевича, что вот мне Бог дал вот эти потоки любви, в которые я погрузилась, мучительные судьбы великих творцов. Я плакала, я сострадала им их жизненному пути, хотя внешне не успеш, ну как бы мы все не знаем, но это глубинно, это любовь, это как та роза кровавая, которая вот красивая и колет. Вот так и судьба. Поэтому мне это судьба очень, да. Какой портрет был самый сложный для тебя? Я не знаю, все абсолютно. Но все равно какой-то остался на душе, который тот вымотал. Или наоборот, нет. Не они все прошли вот так вот. Вот все абсолютно. Все, потому что я не могу, там у каждого совершенно своя. Просто интересно, я просто погружалась в биографию, в судьбу, как механику судьбы, да. И я же не пишу, я вижу, какой божественно красивый Нуриев, но я не могу его писать, потому что он есть Бог, вот он красив и в движении, и в пластике, но я же не буду переписывать, перерисовывать то, что на фотографии. И, конечно, я понимаю, что самое последнее мото, это то его мото вот этого вселенского одиночества, вселенской любви, когда я думаю, вот он уходил, он эту ноту услышал просто и приблизился к Богу. И вообще считаю, что художник, простите, на все, потому что он художник всегда обнажен перед он, я и Бог. Он всегда есть проводник, и иногда сущность плоская, там что-то нас затягивает, все мы спотыкаемся, падаем в лужи, обмываемся, я не знаю, как угодно, но вот этот проводник, он существует, поэтому для меня это очень важно было. И сейчас для меня важно то, что я честно очень хотела, чтобы Роман Григорьевич, так как я это посвятила, я хочу еще посвящать, еще думать, я не знаю, я боюсь, что завтра я начну переживать, что дальше. Потому что это как спектакль, репетиция, да, как выходит, он уже в свет к детям, все. Я была наполнена полгода, и я счастлива и благодарна Роману Григорьевичу. Я благодарна галерее 3, что меня вдруг, для меня честь просто, что когда Виталий Копачев предложил мне, для меня это было даже действительно почетно и ответственно, потому что здесь выставляются большие художники, талантливые художники, неординарные и профессионалы, и я как бы... некая неловкость, но тем не менее, все, что я делала, это честно. Вот, спасибо вам большое, что вы пришли.